Сегодня ночью неизвестного балаклава вскрыли киоски на метро Харьковской подземном переходе. Сейчас предприниматели, где-то около 50 человек, перекрыли дорогу и требуют, чтобы киевские власти вышли к ним и выслушали их требования, так как они остаются без денег, без бизнеса и дальше им нечем зарабатывать на свою жизнь. В рамках соблюдения противопожарной безопасности перехода возле метрополитена мэр Киева Виталий Кличко распорядился убрать торговые точки. Но зачистка происходила неправомерно. Об этом заявил один из бастующих предпринимателей Николай Скачко. Ночью в присутствии неизвестных людей в балаклавах, хотя есть распоряжение, указание президента, что больше никогда никто не оденет балаклавы. Милиция, к сожалению, бездействовала. Люди доведены до такого отчаяния, что вынуждены уже сами таким образом защищаться. Требования просят хотя бы, чтобы приехал мэр и пообещал, либо если не остаться работать, то хотя бы вывести имущество. Ночью без присутствия властника, без ничего, то есть приехали люди, начали взламывать. Ну, это можно приравнять к воровству. Предприниматели и бизнесмены – основные плательщики налогов. Они и армии помогают, но прислушиваться к ним никто не хочет. Уже и к президенту обращались, и мирные митинги собирали, а результата никакого, говорит активистка-предприниматель Светлана Педлясна. Опять повиключали світло, опять зносится, опять закрывается, опять побили. Опять... А дальше что? Ну вот выгнали. Дальше что? Люди добрые, дальше что? В стране война. Выжить как? За счет предпринимателей. Все ж, кто ж зараз ту армию поддерживает, как не предприниматель? В стране колоссальная безработица, и малый предприниматель пытается выжить и заработать на жизнь. Они, известные в масках, производят зачистку торговых мест без предупреждения владельцев о каких-либо нарушениях. Кроме этого, портят имущество на десятки тысяч гривен. Участники протеста уверены, что беспредельщики в балаклавах имеют отношение к милиции. Правоохранители же заявляют, что не причастны к этому. В настоящее время митингующие отправились к мэру Киева на переговоры.